Михаил Саакашвили посетил область. Что будет с мемориалом памяти жертвам 2 мая и штормовое предупреждение? В эфире новости, в студии Екатерина Поденежная. Здравствуйте. В Доме приемов губернатор дал журналистам первую пресс-конференцию. Она длилась больше часа. Михаил Саакашвили уже объявил открытый конкурс на должности глав районов, а также анонсировал назначение нового главы МВД в Одесской области. Об этих и других важных заявлениях в следующем сюжете. На встречу с журналистами Михаил Саакашвили вышел не один. Перед телекамерами появились первые люди из новой команды нового губернатора. Активистка Евромайдана Юлия Марушевская и экс-замминистра экономики Украины Саша Боровик. Кроме того, будет новый руководитель областного УВД. После долгих размышлений, в том числе консультаций с президентом, я принял решение его тоже импортировать. Это в виде исключения, потому что все остальных мы будем находить на месте. Мы рекомендовали генерала полиции из Грузии. А Грузия, я хочу вам напомнить, была самая безопасная страна в Европе в течение последних 5 лет моего президентства. Вероятно, речь идет об экс-заместителе министра внутренних дел Грузии времен Саакашвили Гии Лорд-Кипанидзе. Это лишь часть шагов из программы реформ, а их команда губернатора подготовила сразу несколько, рассчитанные на 50 и 100 дней, на полгода и более долгосрочную стратегию действий. Первое, что мы сделали в рамках 50-дневной программы, мы объявим конкурс на глав, отбор, по открытый отбор на все 26 глав районных администраций. Я всех хочу предупредить. Если кто-то мне будет звонить и говорить, это наш человек, ты там посмотри, но ты же понимаешь, пригодится. Это там бегал, это там флагом размахивал, это там, знаешь, чей родственник, это знаешь, в этой группе лучше с ним иметь хорошие отношения. Автоматически такой человек будет дисквалифицирован от конкурса. Даже если он не виноват, его просто если хотите кого-то дисквалифицировать, надо это сделать. Главной задачей борьба с организованной преступностью, коррупцией во всех сферах, в том числе на таможне и в системе дошкольного образования. Важное направление, по словам Саакашвили, привлечение инвестиций и развитие экономики. Для открытия новых возможностей. Каждая моя минута будет посвящена перестройке структуры государственной власти, перестройке отношение власти к народу. Мы будем превращать Одессу в регион, где люди освобождены от бессердечного отношения со стороны бюрократии, бюрократического давления чиновников, где будет легко вести бизнес, а не так, как сейчас, где будут инвесторы, как украинцы, так и иностранцы, будут чувствовать себя комфортно, будут вкладывать деньги, создавать рабочие места. Саакашвили пообещал заняться транспортной проблемой. В частности, анонсировал скорое начало ремонта трассы Одесса-Рени. Александр Полуев, Дмитрий Бондаренко, 7 канал. Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили также пообещал помочь сельхозпроизводителям. В первую очередь тем, кто выращивает зерновые. Об этом он рассказал журналистам во время посещения агросеминара в селекционном институте. Наши корреспонденты знают детали. Ну как может страна, которая может это все производить, быть самой бедной в Европе? Как можно было ухитриться это сделать? На экспериментальных полях института губернатору показывают выведенные в Одессе сорта зерновых. Здесь Михаил Саакашвили встретился не только с учеными, но и с руководителями крупных сельхозпредприятий региона. По словам председателя Одесской ОГА, даже богатый урожай не спасет страну, если не бороться с коррупцией. Первое, что нужно для этих людей, освободить их от бюрократического и коррупционного тиска. Потому что на самом деле по дороге КАИ отнимает что-то или там где-то прокуратура, там где-то финансовые органы, дороги нет, по дороге нет, потому что кто-то украл эти деньги, которые были выделены на дорогу. Там, если правительство не может сейчас помогать людям это все собирать и продавать, минимум мы не должны мешать. А люди сами сделают чудеса. Это правда так. Площадь этих экспериментальных полей селекционно-генетического института крупнейшая в Европе – более 200 гектаров. Разные сорта зерновых, выращенные здесь, экспортируются далеко за пределы Украины. Более 50% площадей озимой пшеницы засевается нашими сортами, 80-90% сортами озимого ярмака.
выращивать меня. Ведется селекция кукурузы, подсолнечника, сои, гороха. В общем, 9 культур. Мы ведем селекцию ярового и озимого ячменя. В Украине сегодня из каждых 3 гектаров под ячменем 2 гектара занимают наши сорта. То есть работаем довольно успешно, довольно продуктивно. Наши сорта распространены на Россию, Армению, Казахстан, Киргизстан, Молдова. И, в общем, везде сеются наши сорта ячменя. Ученые прогнозируют, в этом году начнется засуха. Но надеются, что урожай зерновых будет не хуже прошлогоднего. Ирина Стряпко, Кристина Кондратьева, 7 канал. После селекционно-генетического института Михаил Саакашвили отправился дальше, в село Первомайское Коминтерновского района, где пообщался с руководителями сельхозпредприятий. Как пишут СМИ, там же в Одесской области была замечена и Ксения Собчак. Скорее всего, одесский губернатор примет участие в ее программе «Собчак живьем» на телеканале «Дождь». Военный комиссар Юрий Пескун так и не смог внести за себя залог в 10 миллионов гривен. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря военной прокуратуры Южного региона Павла Аксенова пишет сайт 368 Медиа. Это значит, Пескуну придется провести в СИЗО 2 месяца. Такое решение принял один из судов в Днепропетровском. Напомню, 3 июня главный комиссар Одесской области попался на взятки. Юрия Пескуна, одного из его подчиненных и посредника, задержали сотрудники СБУ. Комиссара подозревают в получении 1700 долларов. Деньги якобы передали, чтобы уклониться от мобилизации. Одесситы просят национализировать Дельта-банк. Свои главные условия вкладчики выдвинули сегодня у стен Одесской облгосадминистрации. Но в первую очередь взволнованные граждане просят вернуть их деньги. Ольга Голодова расскажет больше. Николай – один из тех клиентов Дельта-банка, чьи вклады находятся в категории 200+, то есть 200 тысяч гривен и больше. Сколько именно средств заморожено, Николай Фомин не говорит, но уверяет, что сумма значительно превышает эти цифры. В банке, так сказать, находятся средства и финансы не только мои, но и всей моей семьи. Это мой сын, моя супруга, мои родители уже пенсионного возраста, и моя бабушка, ветеран войны, которая на определенном этапе предложила консолидировать средства, чтобы не лежали ни в тумбочке или в наволочке, а положить в банк, чтобы не работали. В конце прошлого года, желая забрать деньги на руки, мужчина обратился в банк. Причем несколько раз, как в местные отделения, так и в главный офис, который находится в Киеве. Ответ шел долго, и для всех он один и тот же. Мы не возражаем выплатить вам денежные средства, но сможем это сделать, когда это будет возможно в плане появления наличных средств в конкретной кассе отделения, за которым мы были закреплены. Отделение на проспекте Шевченко закрыто. Причина его содержания обходится слишком дорого, считает в киевском офисе. Когда выдадут законные вклады, никто из этих людей не знает. В группе вкладчиков Дельта-банка почти 3000 человек. Всего по Украине таких обманутых людей более полумиллиона. ППС нашим банком длится вот уже 4-й месяц. 3 марта введена временная администрация. Главой Нацбанка Гонтаревой озвучивалось то, что банк системный. Наряду с этим параллельно давался рефинанс Дельта-банку, причем в огромных количествах. Куда пошли эти деньги? Вот сейчас вроде бы прокуратура занимается этим вопросом, но результаты этого расследования пока неизвестны. Если митинг в Одессе не даст желаемых результатов, люди отправятся в Киев. 7-й всеукраинский митинг пройдет в столице 16 и 17 июня. Все вкладчики всех банков Украины придут бороться за справедливость и свои деньги. Ольга Голодова, Алексей Сорокин, 7 канал. Для виновника кровавой аварии, которая произошла вечером 7 июня на пересечении улиц Косвенной и Средней, избрали меру пресечения. Он будет содержаться под стражей 2 месяца. За мужчину также можно внести залог – 300 тысяч гривен. Он имеет право либо оплатить, внести залог в размере 300 тысяч гривен, либо он останется под стражей. Дело будет дальше передано в другой суд, скорее всего, по месту совершения ДТП. Это, если я помню, Малиновский район, Малиновский суд. Напомню, в Одессе мужчина на полной скорости выехал на тротуар, где сбил женщину и ее 4-летнюю дочь. У девочки перелом и травма головы, а ее мать в тяжелом состоянии с переломанными ногами. Переехав женщину, водитель пытался выйти из авто, но из-за опьянения даже не смог устоять на ногах.
Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, содержание алкоголя в крови 4,3 промилле. Для пострадавшей ее дочери сейчас собирают деньги. Они понадобятся на реабилитацию и протез вместо утраченной ноги. Женщина работает уборщицей, своих средств у нее немного. Староконный рынок остался без канализации. По словам администрации торгового центра, представители Инфоксводоканала затампонировали стоки воды, вследствие чего на рынке резко ограничили потребление воды. На рынке находится порядка 1500 предпринимателей, за которыми мы тоже уследить все не можем. Мы со своей стороны никаких действий по устранению этих пломб не проводили. Но судя по тому, что рассказывает Инфоксводоканал, что эти пломбы постоянно срываются, мы видим о том, что тоже у нас вода не задерживается, она уходит. Мы понимаем, что, ну тем более мы знаем, что есть инициативная группа на рынке, которая также следит за этим вопросом. То на сегодняшний день, когда на улице стоит 31-градусная жара, без воды просто просуществовать, вы сами понимаете, ни в одном общественном месте нельзя. Как работается предпринимателям без канализации, от кого зависит решение таких вопросов, мы расскажем в завтрашних выпусках. Очередной подросток попал в больницу из-за удара током на железной дороге. Это произошло на станции Одесса-Восточная. 15-летний парень забрался на цистерну, над которой проходит ток напряжением 27 тисяч вольт. Встановлено також, що неповнолітній спільно зі своїми друзями розважався на залізничному транспорті. Хлопець заліз на цистерну, чим грубо порушив правила безпеки громадян на залізничному транспорті. Його ударило током і відкинуло на іншу сторону поїзда. Ми одразу побіжали к людям і визвали скорую допомогу. Він був оглушений, будто і була кров на спині, і були видні ожоги. Він вважався, був контужений. Пострадавшего доставили в ожоговое отделение 10-й больницы с ожогом тела 60%. Состояние девятиклассника стабильно тяжелое. Обстоятельства несчастного случая выясняются. Одесса Classics распахивает двери. С 10 по 14 июня в наш город приедут звезды мировой сцены на фестиваль классической музыки. По задумке организатора, знаменитого пианиста Алексея Ботвинова, проект «Одесса Classics» возродит одесскую музыкальную традицию и создаст нашему городу имидж культурной столицы Украины. Программу откроет выдающийся оперный певец, обладатель бархатного баса Паата Бурчуладзе. Он выступит с камерным оркестром Одесской филармонии. Начало концерта в 7 вечера. Сейчас в Украине очень тяжелое время. Я думаю, что очень многие выдающиеся певцы или исполнители немножко побоятся даже приехать. Для них то, что происходит в Донецке, они думают, что все везде вот так. Так что в этот момент очень важно поддержать. Единственное, вот это была причина, почему я приехал, чтобы показать всем, что здесь жизнь идет и все в порядке. Грузинам показали Украину. Специально для этого в Тбилиси провели международный фестиваль. Его организаторы представили разнообразные аукционы, ярмарки, марши и многое другое. Постарались Украину показать и в сувенирах, и в одежде, в вышиванках, конечно, и показать, представить украинскую кухню. Это нам все удалось. Принимали участие украинские рестораны в Тбилиси. Была фотовыставка. Разнообразие было очень-очень большое. И ну, это удивило в первую очередь как наших украинцев, которые там живут, так и там, тбилисцев и гостей города, потому что, мне кажется, что такого изобилия они не ожидали. Фестиваль был благотворительным. За время его проведения удалось собрать около 40 тысяч гривен. Все деньги передадут семьям с детьми, чьи отцы погибли, защищая Украину на востоке страны. Организаторы отмечают, что эта сумма может стать еще больше. Каждый пятый ребенок в Одесской области с нарушением зрения. Такова статистика от врачей-офтальмологов. Эти цифры – данные за три последних года. Причина – ненормированная нагрузка на глаза. Чаще всего из-за того, что дети обычные прогулки предпочитают компьютерные игры.
И причин этому может быть много. Это и врожденное заболевание, и строение глаза. Они заняты в различных кружках, они изучают языки с раннего возраста. Это может быть и младший школьный, дошкольный возраст. Они рано учатся читать, они рано учат буквы. Самые распространенные заболевания среди детей – близорукость различной степени и астигматизм. Врачи советуют родителям проводить профилактику заболеваний, использовать настольную лампу для освещения рабочего места, заставлять детей делать физические упражнения, проводить с ними больше времени на свежем воздухе и следить за питанием. В течение недели одесситов ждет пасмурная неделя и шквалистый ветер. На завтра объявлено штормовое предупреждение. Утром и днем 10 июня по Одессе, местами по области, синоптики обещают грозы, шквал до 15-20 метров в секунду и даже град. Температура воздуха ночью 14-19, днем 27-32 градуса. При этом на дорогах области сохранится хорошая видимость. Таким был вторник, 9 июня. Берегите себя. Увидимся завтра.